Всего за 3 дня после старта иммунизации отечественным препаратом КАЗВАК уже привились около 9 тысяч человек. Об этом сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова. Она отметила, чем быстрее удастся достичь коллективного иммунитета, тем скорее граждане смогут вернуться к прежней жизни. А для этого необходимо вакцинировать 60% населения. К слову, с выпуском отечественной вакцины у казахстанцев появился выбор препарата для иммунизации. В целом, когда говорят о производстве вакцин, то, в принципе, самые важные два параметра – это безопасность и эффективность. Сам механизм производства может быть разный. Есть инактивированная вакцина, есть субъединичная вакцина, то есть разные вакцины по-разному. Вакцины, которые применяются у нас в стране, сегодня можно с уверенностью говорить, что они безопасны и эффективны.